И в лучших традициях, и с новыми развлечениями. Таким обещают последний звонок в этом году. Он пройдет раньше, чем обычно, 23 мая. Главное действие развернется на площади Победы. Там и прозвенит единый для всех выпускников этого года последний звонок. Несомненно, самым ярким событием последнего звонка станет выпускной вальс. 23 мая в 16 часов на открытой площадке перед сценой на площади Победы станцуют пары от каждой школы. И лишь после в их руках зазвенят колокольчики. А в небо отправятся воздушные шары. Сам праздник начнется в 15 часов. Ребят ждут интерактивные площадки, игры и конкурсы. У нас будут различные интерактивные игры, те, в которые играли школьники много лет назад, и те, в которые играют школьники сейчас. Это игры-городки, классики, большая скакалка, резиночка. Да, именно та. Возможно, будет подсчет, скажем так, небольшая турнирная таблица, чтобы выявить самых лучших. Там же на площади Победы выпускники и гости праздника впервые поучаствуют в танцевальных флешмобах. Библиотечная система развернет поляну чтения. Будет фотосессия в образах героев художественных произведений и другие литературные конкурсы. В парк культуры выпускники отправятся большим шествием. По уже сложившейся традиции его возглавят архангельские барабанщики. Будут две музыкальные группы «Живая музыка». И под живую музыку ребята смогут танцевать. И причем живая музыка таких хороших молодежных коллективов, которые в том числе играют и в кавер-версии, да? В парке культуры праздник начнется в 17 часов. Помимо танцев, выпускники смогут проявить и вокальные способности в караоке. И вновь здесь приобщат к литературе городские библиотеки. На всех площадках гостей сориентируют волонтеры. Всего в этом году почти 2500 выпускников. Марина Хохлова, Родион Саханько, Вестник Северодвинска.